всем привет. Я выжил, даже трезвый, то некогда было, то зарядку на люге экономил, то на все равно поту рассветился. Сейчас я уже дома, и мне страшно даже сколько примерно в сумме фоток видел за эти полтора дня. Выйти думаю, срать цифру в районе 40 гигов, ибо я целиком забил все свои карточки памяти. Посмотрим, сколько скалькулируется на самом деле. Сейчас, наверное, я выгрузку не потяну. Скорее всего, сейчас вырублю спать все-таки. Ну и да, судя по тому, что я пишу, что не спал, можно сделать вывод, что мы таскались встречать рассвет. Это было довольно прикольно. Вокруг шел самых пьяненьких. Непонятно, кто впереди, кто позади, кто успевает к рассвету в пункт назначения на набережной, а кто нет. Но тем не менее, кто-то дошел. Всех я везде во всех позах отснимал на все свои камеры. Правда, кто-таки стоит завести уже по вербанку. Да и вообще стоило взять с собой больше два телефона. Вообще давно уже хотел поснимать ночью. Так бы, наверное, еще долго не собрался. А это вот такой вот повод. Ни капли не выпил и крайне этим доволен. Забавно, как люди, шедшие около меня на подкошенных ногах. И разъяваливаясь и заплетающихся языком, пытались убедить меня в обратном. Сидрус мой пальцестик, полишилтус. Ну уж теперь-то я точно на какое-то время свободный человек. Да. Да.